Привет. Куртка Камине GK017 сделана из очень плотного полиэстера и отлично подойдет всем тем, кто любит путешествовать. Куртка оборудована съемной сертифицированной защитой на локтях, на плечах, оборудована жесткой защитой груди и также есть защита на спине. Эта защита выполнена из полиуретана и по желанию она может опционально быть заменена на жесткую защиту. В этой куртке есть возможность присоединить защиту шеи, которая крепится здесь и на спине. Куртка оборудована большим количеством карманов. Это два кармана на груди, два боковых кармана с петелькой для ключей. И отдельного внимания заслуживает карман на спине, который удобно расстегивается обеими руками. У куртки в базовой комплектации есть непродуваемый подклад, который тоже может быть заменен по желанию на теплые и на водонепромокаемые. Присутствует молния для того, чтобы куртку можно было присоединить практически к любым штанам Камине. Есть боковые утяжки на рукавах, утяжки на талии, чтобы подогнать куртку по размеру. Присутствует светоотражающая полоса. И можно еще выделить фонарик светодиодный, который работает в двух режимах. Как просто горит, так и мигает. Ну и в заключение посмотрим, как эта куртка смотрится в застегнутом состоянии. Пожалуйста, куртка Камине GK017. Да, стоит отметить, что у нас в магазине эта куртка есть и в сером цвете, и в черном.